Так, продолжаем тему с ховером. Звук у меня, как обычно, как из унитаза. Я каждый раз в ОБС пытаюсь что-то там сделать, но так еще и не понял, как это работает. Так. Продолжаем. Продолжим. Сейчас днище, наверное, сделаю. Днище. Днище, днище. Народ не особо карантинится у нас, самоизолируется. Смотрю, в окно все что-то ходит. Машина ездит. А, тут у меня все неровно. Все понятно. Сначала все выровняем немного. Чтобы база была поровнее. Так, ну так как здесь переход такой интересный. Типа вот так вот выглядит, если кому не понятно. Так. Вот здесь у нас сужение, и туда вот уходит вверх. Сейчас мы момент сделаем. Сплит.
Ой. Вот эти тоже, наверное, спадет. Здесь у нас уже поинтереснее что-то идет. Ну так. Вот типа вот такого дела. Так. Mm-hmm.
Так, а что-то не симметрично как-то выходит. Ну, так получилось. Ну-ка. Mirror. Почему? А, ну, я криворукий, походу, просто. Просто я криворукий. Ну ладно уж. Делайте мне помылашку. Делайте мне поблажку. Пока лишние лупы удаляю, чтобы они тут особо не бросались, как-то не отвлекали. Так, тут у нас такая лежуха. Надо как-то две двери поместить. Они тут уже не особо помещаются. Вот этот элемент у меня слишком ушел вперед. Сейчас мы его подвинем. Получится так подвинуть, ну. G, Y.
Или что-то мне четырехдверный не особо нравится. Пятидверный такой хэтчбэк. Может купе лучше сделать. Так прикольнее будет выглядеть. Одна такая дверь. Можно, конечно, как на Арефе сделать, но что-то. Ну ладно, уж референс есть, референс. Попробую как можно ближе к рифу сделать. Пофиг. Пофиг. Внутренностью машины я хочу не делать. Думаю, нарисую все это, поэтому салона не будет. Соответственно, двери тоже можно не резать.
Сейчас вот эту вот ступеньку хочу сделать. Ступеньку. Ступенечка.
С этой частью задним потом разберусь. Там не все так просто. Там все не просто, там все сложное. Так, вот как-то вот это вот надо выровнять. У меня есть такая штука set flow. Как-то она хреново сработала. Так, relax. Это поинтереснее. Так, а вот по длине эта штука. Так, не знаю, зачем мне вот эти вот лупы. Так, вот эти штуки, они должны, в принципе, бочкообразно немного делать форму. Вот, типа, как здесь. Вот так вот, выпухло немного. Вот здесь я не вижу это. Так.
Пока все кривое, но это как нормально. Я так думаю. Так, что у нас там еще? Вот эти вот штуки. Вот эти штуки. А форму морды еще может поправить немного. Форма морды. А, все-таки у меня морда как-то ниже идет. До этой линии даже.
Так, надо мне тут отлучиться сейчас будет. Получится. Каким может сделать, все-таки успею. На нижнюю часть как будто крепится вот сюда. Тут у нас получается одно такое конкретное ребро.
несколько маленьких. Блин, глюкануло. Ну вот бывает даже с блендером такое дело. Не выходит из режима вот этого. Ладно, пофиг. Потом доделаю на этом, короче, я закончу на сегодня. Пока.